Всем привет, это канал «Сделано Харскими». Сегодня у нас интересная поездка на мыс Свободный. Всех секретики мы разглашать не будем, как мы туда проехали, вот, поэтому не обижайтесь. Вот, сегодня у нас интересный маршрут, маяк тонен у нас в программе, так скажем, и несколько водопадов, которые расположены очень близко друг к другу. Должна быть полная вода, бурные водопады, вообще интересная, красивая природа и, может быть, несколько исторических интересных фактов. Поэтому не переключайтесь, оставайтесь с нами, подписывайтесь, лайкайте, комментируйте, все дела. Поехали! Немножко машины поснимаем, а едем мы с вами, как вы поняли, куда-то вон туда. Наконец-то почувствовали свободу. Так, сейчас, наверное, я включу полный привод на всякий случай. Как думаешь, травить резину? Конечно, надо травить резину, да. Ну все, сейчас займусь. Давай. Пока. Пока. У нас вот ситуация, снега где-то, не знаю, ну не по колено, ну короче много снега, он уже такой тяжелый, стрёмный. Тяжелый патрол, его очень сильно стаскивает, меня вообще видно? Стаскивает. И сейчас будем лебедиться, вытаскивать морду, потому что очень сильно скинуло. И может быть я чуть побольше стравлю резину, вот, и будет получше. Но резина, конечно, по снегу едет так себе. Ровно руль. Руль ровно. Ая, иди сюда. Мам, ты что, тянешь патрол? Оля, а ты Геркулес. Машину тянешь. Давай, тяни, мам.
Круто. Тебя можно... Ровно. Тропу можно в багажник, да. Нашли тут оленьи следы. Пошли вон туда. И, наверное, он пошел пить. Какое-то хвойное растение, вот прям стелец, видите, как. Стравили резину мы где-то, кстати, до 0,7-0,6. Вот. И проверим, как это все будет ехать. Настя чуть-чуть не вписывается в колею Джиминика. Ровно. Попробуй, видите, газануйтесь. Туда. Доехали мы до маяка. Сейчас пойдем погуляем. Очень интересная дорога, много снега. На самом деле получилась такая достаточно джиперская покатушка. Настя, он балдеет. И вообще хорошо ей. Всем привет! Мы находимся на самом краешке мыса Тонин. Он прямо вот здесь находится. А за моей спиной вы видите очень крутой маяк. И хотелось бы немножко рассказать про этот замечательный, хорошо сохранившийся достаточно маяк. Что интересно, он был построен
почти 100 лет назад, в 1935 году. И вы можете видеть, помимо того, что на маяке установлена была световая система подачи сигналов, также вы видите еще и горн, который находится тоже на маяке. С помощью этого горна осуществлялась звуковая подача во время сильных туманов. Высота маяка около 23 метров. Маяк был построен понцами в виде модульных сооружений. То есть к этому маяку ведут крытые проходы. Можно было переходить из одного здания в другое, не ощущая на себе природные, погодные, точнее, условия. Японцы здесь эту систему построек применяют впервые. Интересно, сохранился еще внутренний дворик этого маяка, он очень симпатичный, и когда попадаешь в этот внутренний дворик, есть ощущение, что находишься вот прям в Японии, потому что все такое миниатюрное, еще многие деревья даже, да, которые они высаживали, сохранились, как будто бы садик сохранился, ну, ощущение, как будто вот японцы только здесь были недавно. Чтобы поддержать наш канал, лайкайте это видео, комментируйте, распространяйте, подписывайтесь, ставьте колокольчик. Также можете помочь нам напрямую, есть вся информация в описании к этому ролику. Если хотите посмотреть основные достопримечательности нашего края, можете это сделать вместе с нами, ссылка на наш сайт в описании. Всем спасибо, не переключайтесь. Выбросила штормом, как и мусор, который есть на берегу, их тоже выбрасывает все штормом. У нас тут след огромный, медвежий, не знаю, видно будет на камере, нет? Ну вот, вообще большой, то есть... Хотя... Ну, нормальный такой, да? Большой. Ну, что это у нас? Мы уже находили такое однажды в бухте Тихой. Это лопатка. Лопатка морского млекопитающего, какого-либо из тюленей. Так, ну и вообще мы решили немножко прогуляться. Сейчас попробую определить, что это за животное. Это очень твердая шерсть. Это не лиса, это не морское. А, даже на оленя похоже. А, точно. Да, да, не знаю. Можно ли такое? Вот он, вот смотри, здесь все. Да, да. Это олень. Так, у нас... Пиу. Очень большие волны нас впечатляют. Так, все, я пошла. Первый раз вижу такой идеальный, красивый, красивый можжевельник. Выращен, как будто бы его здесь высадили искусственно. Очень красивый, мягкий. Напоминает тую в садах.
Ребят, ну как это красиво? Какой лес. А вот там у нас сейчас будет водопадик. Видите, да, распадочек? Сейчас я вам его заценю. Ну вот эта часть более-менее такая серьезная. Как это? Натуралист. Огромная медуза, вот просто. Ой. Тут череп чей-то. Это олени, потому что зубы очень маленькие. Олени зубы. Ну мы вот забрались куда-то тут. Понимаете ли? Сумасшедшие туристы. Делать нам нечего. И тут вот нас ждет вот такой вот красавчик. Уже больше похож на водопад. То, что он прям в полноценном распадке. Не такой мощный, но все равно красивый. На сегодняшний день это наш крайний водопад. Дальше мы сегодня уже не пойдем, наверное. Все, мы уже устали. Поэтому еще не переключайтесь. Обратно будем ехать. Будет интересное бездорожье, скорее всего. Нашла ногу. Извините за эту жесть, но я не могу вам ее не показать. Мы тут идем, а тут медведи жрут оленей. Поэтому мы не смогли пройти мимо. Вот, ну вот и наш красавчик. Кто думает, как выглядят олени следы? Видите, маленькие такие копытца. Их вон тут много очень. Надеюсь, мы не встретим сегодня медведя, ну или хотя бы сдалека. Так, ну мы вернулись с нашей прогулочки, прошли где-то около 7 километров, может больше. Вот, пьем чай, отдыхаем, Настя он ест конфеты, собака наша что-то роет. Да, вот они, красавчики, летят. Так, ну нам предстоит путь обратно. Скорее всего, он будет интересным. Будет, как всегда, куча оффроуда, поэтому не переключайтесь, оставайтесь. По-любому сейчас, короче, надо это... выкопать. Кого? Подожди, вон блокировку включил. Не, надо ведёт.
будет на месте уже. Да ничего там страшного. Вот, все, все. Валим боком, валим боком. Давай, давай. Давай, вперед, вперед. Я, мои комментарии просто бесценны. Я там такой... Руль, наверное, ровно надо поставить. Да, да, да. Пока так попробуй ровно выехать. Давай, давай. Ну ты, в принципе, выехала тут. Назад давай, назад попробуй. Ага, и вот ты в свою колею сейчас как раз залезешь. Да, да, да. Давай, газуй, газуй. Да ничего ты его не задавишь. Пап, беги давай. Все, стой, 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 стой. Там дерево. Чуть-чуть надо в этом левее, да, чтобы войти в свою колею. Что еще?
ровно руль. А тебя сейчас трогают? Да, да. Чуть-чуть. Сорвался чуть-чуть. Чуть-чуть. Ага, нет, руль в другую сторону. Еще чуть-чуть. Вот так, да. Все. Снесло. Руль в другую сторону чуть-чуть. Вот да. Опа. Съехал. Нормально, даже без лебедки. Фига себе. Так, ну все, мы качаем колеса. Мы закончили наш сегодняшний маршрут. Очень классно. Всем спасибо за просмотр. Оставайтесь с нами. До скорых встреч.